Ой, легенда! Ой, мне Габелла! Очкобус! А чё он мне скинул? Он типа мне ничего не скинул, не понял. Стреляю из него. Ага. Абубус? А может быть это ты, Абубус? У, обосрался. Блин, ой, легенда! Ой, мне Габелла! Итак, ребята, всем привет, добро пожаловать на мой новый ролик. Сегодня, по названию, вы, наверное, уже все поняли, сегодня я буду обмениваться с Великой скинами, то есть давайте сейчас покажем ему пока что свои скинчики, то есть свой Avic Winter Sports Attack с четырьмя драгонами и свой кавашек Two Years. То есть посмотрим на его реакцию, как он вообще оценит мои скинчики. И сегодня, получается, правило ролика вы, наверное, знаете, то, что сегодня мы будем обмениваться скинами. Ребят, какой-то такой ролик в новом формате выйдет, так что пожелайте мне удачи в этой дуэли, будем играть один на один. Ребят, вы многие просили, и записал специально для вас новый ролик с Великой, вот. Смотрите, прыгает, радуется, видимо, ему нравятся мои скинчики. Давайте ему еще голок скинем, что он, как это реагирует. Опа. Не режь, подумай. Не режь, подумай. А он его даже не смотрит. Куда, Велька, куда? Зарезать меня хотел. Ну ладно. Так. Ребята, правила вы, наверное, все знаете. И напишите, ребят, какой-нибудь креативный комментарий. Поставьте лайк на видосик. Подпишитесь на канал, конечно же, порадуйте меня подписочкой. Так, первый раунд. Давайте скинем Велик Галок. Просто обычный Галок. Что он мне скинет? Ну, я думаю, обычный Юспик он мне скинет. Потому что, ну, по классике, то есть. Так, что он мне подкинул? Ну, Глокетский, конечно, Глокетский. А, блин, что это за скин, я забыл, по-моему, новогодний какой-то скин. Погнали, ребят, погнали, посмотрим, что у меня скинет Велька. Звук вроде у меня хороший, вроде все нормально слышу, все. Так что нормально. Так, Юспик. Ну, в принципе, Юспик нормальный. Вариант для меня, Юспик хороший такой, пистолет мне нравится. Ну, кстати, у него прикольный еще скинчик такой, достаточно. Так. Я его, кстати, уже слышу, давайте откинем ему такую хаешечку, то есть... Кстати, я же могу пачку ставить, так, я его уже видел, я же ему голову вроде дал, как он... Ай-яй-яй, а это больно. Живой остался? Ой-ой-ой, он тут, найс, ребят, забрали. Как-то он быстро вообще влетел, ребят, в сайт, я вообще не успел отреагировать даже. Да ну ёпара сата, ни разу не попал, ядрить, колотить, ёпсель-мопсель, ёкалэмэне, египетская сила. Так, давайте сейчас, что можно ему скинуть, ребят? Надо вот, насчет этого я не подумал, давайте ему юмпик, наверное, скинем. Хотя, ну-ка, может дробовик какой-нибудь. Хотя нет, давайте, ребят, все-таки скинем ему юмпик, вот. Юмпик 45, в принципе, раньше, кстати, хорошее оружие было, кто раньше играл. Сейчас так себе настало, давайте ему скинем, в принципе, он же проиграл раунд. Я думаю, заслуженно за проигранный раунд. Так, а что я могу ему дать? Я могу ему дать дробовик. Я могу дать ему дробовик. Что он мне, интересно, скинет? Что он мне? Ну, в принципе, я же выиграл, значит, он должен что-то нормальное скинуть. Так, фабом? Блин, ну какой фабом, Велька? Какой фабом? Как мне с ним играть? Нифига, братанчик, думал, наверное, капец, очень долго. Опа! Нормас. Нормас. Блин, ну ладно, надо постараться. Давайте сейчас флешку такую откинем. И попробуем пикнуть его. Ай-яй-яй, что за флешка, ребят, я фул. Блин, он по мне стреляет уже, как отойти, блин? Что это за флешка, ребят? Ну вы видели, зачем я такую флешку дал? Боже, господи. И братенчик, ну с дробовиком тебе не повезло. Ладно, что можно ему скинуть? Давайте МП5, наверное, ему скинем. Хотя нет, не МП5, давайте в следующем раунде скинем. А сейчас опять же юмпик скинем, я не знаю, можно так по правилам или нет. Ну ладно, не будем соблюдать правила так. Вот он, кстати, бежит со своим керамбитом Голвуд, который у меня тоже был, я его продал, к сожалению, ребят. Но, возможно, в скором времени верну его. Так, Фамос, в принципе, хороший вариант для нас. Можно тащить, у него юмпик, у меня Фамос, так что вот. А чё он мне скинул? Подожди, а чё он мне скинул?
Он типа мне ничего не скинул, не понял. Я думаю, надо забирать этот раунд. Давайте на Багре засядем и будем ждать его. Будем ждать. Мне кажется, надо забирать, потому что раунд, то прошлый раунд вообще как-то такой себе получился. Нам вообще не повезло, ребята, мы видели. Кстати, прикольный Фамас. Прикольный, прикольный скинчик. Мне нравится. Так, я его слышу. Он уже тут, получается, на лонг идет. Так, где он? Вот он подпрыгнул. Найс, ребят. Забрали его в голову. Зачем он так прыгнул, интересно? А что? А почему он вообще юмп не взял? Мой не понял. Не понял. Зачем он с юспиком играл? Вообще не понял. Не понял прикола. Блин, я ему Фома скинул, а он мне ничего не скинул. В смысле, то есть он мне не... Чел, я не понял, чел. Ну да, давай ему МП7 скинем. Чел, бро, чел. Так, ну Фомас реально прикольный, мне нравится. Может, такой же себе купить? Так. Что можно скинуть его? Ему давайте подумаем. Что-то как-то я долго думаю, ребят. Надо быстро принимать решение. Давайте МП5, наверное, скинем. Да, как я и хотел, в принципе, в прошлом раунде. МП5 его скинули и погнали, ребят, погнали через Тёмочку. Вот он бежит со своим керамбитом. Вот, кстати, он быстро слишком прибежал. Как-то нам надо тоже по-быстренькому прибежать. Ага, понял, принял. Это у нас, дамы и господа, МП5. Хорошо. Чтобы он нас не запушил, вот. Что он мне скинул, интересно, давайте подумаем. Но мне кажется, какой-нибудь... Так, МП7, ребят. Ну, МП7 нормально, в принципе. МП7 и МП5 одинаковое оружие, то есть одно оружие СКТ, второе ЗТ, так что, в принципе, нормально. Все честно у нас получается. Так, а вот я сейчас не знаю, откуда он выйдет. Так, я вас видел, я его вижу. Куда он в сайт пошел? Пачку, наверное, будет ставить или нет? 97 дамага. Стендовчик явно сегодня меня не любит и не регает мне дамаг. Ой. Так, ну сейчас надо аккуратнее сыграть, где он будет. А, он тут. Ой-ой-ой. 3 хп, ребята, осталось. Нифига я его забрал, конечно. Я думал, что уже все, раунд проиграли. Но тут вообще мне повезло сейчас. 3 хп осталось. Имба, ребят, имбулька. Ну, прикольно то, что я его забрал сейчас. Так, давайте FNFL, может, ему скинем? Что думаете? Давайте, да, FNFL. Кстати, мне прикольно, скинь, кто такой новогодний. Я думаю, он оценит. Думаю, он оценит мой FNFL. И погнали, ребят, посмотрим, что он мне вообще дропнет. Вот это я сейчас не знаю, что он может не дропнуть. Но может какой-нибудь... Что он может? P90, ребят, что думаете? P90, может M-очку, Фамас. M16. M40, что? Ну какой M40, Вилька? Какой M40? Я же не обловен. Ладно, давайте сейчас попробуем что-нибудь дать. M40, конечно, он нам дал. Ну, надо тащить, мне кажется. Попробовать, ребят, затащить. Ну-ка. Где он? Ой, FNFL, хорош. Я люблю FNFL, я люблю его. Это топовая пушка, стреляю из него. Ага. Абубус? А может быть это ты, Абубус? Так, ну я его не вижу. А, он на лангу. Ну-ка. Ой-ой-ой, нифига, ребят, в голову забрали, нифига себе, я лютый, ребят, с М40 забрали. Так, ребят, ну давайте сейчас ему тоже М40 скинем, он же нам скинул М40, давайте ему тоже М40 скинем, чтобы все честно было все-таки, вот, М40, ребят, он мне скидывал М40, я ему тоже скинул, может, у него тоже залетит, что он мне сейчас скинет, интересно, вот, что думаете, я думаю, М16 какую-нибудь или М-очку скинет, может, Фамас также. Ну, давайте посмотрим, что он мне скинет. Вообще интересно так играть, на самом деле. Поприкольнее, чем обычная дуэлька. Так, М16, в принципе, нормально. Хороший даже вариант, самый такой прикольный скинчик, который можно было скинуть. Вот. Опа-на! А что я ему скинул? Я ему, наверное, скинул М16, да? Даша Корейка. Правильно, пацаны, правильно! Так, он сайту. А если я ему хит дал... И, в принципе, забрали. Ну, тут вообще легко, в принципе. Кстати, смотрите, как он лег. Отдыхает, Велик, отдыхает. Вот, после рабочего дня отдыхает. Так, давайте ему сейчас скинем калашек, наверное. Вот. Мне кажется, надо калашек скинуть ему. Да, вот. Кстати, у меня прикольный калаш. Зацените его. Как он вам? Тугерс калашек. Как по мне прикольный калаш. Ай, я промазал. Ой, блин! Очко, босс!
Блин, что ему еще скинуть? М4А1 скину. М4А1. Ну, кстати, скинчик еще прикольнее. Баблгам. Вот. Так, что мне скидывают? Опа-на! Акусям, блин! Так, ну сейчас надо сыграть поаккуратнее, потому что Велька может с калашек что-то мне и прописать, вот. Поэтому надо быть аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Я его, кстати, слышу. Так, давайте убежим. Парни, а Бобус или Очкобус? Как правильно? Видя, как я супер, короче, навелся, прям супер навелся, прям вообще жестко. Прям киберспортсменский, поняли? Видели, видели, видели? Я думаю, где он? Так, в ребрах его нет, а где он? А он тут? Что? Что? Как? Он даже не развернулся. Что это было, ребят? Вы видели? Что? Вообще не понял сейчас. Так, что он мне скинет сейчас, интересно? Что он мне скинет? П-300, ну какой П-350, блин, ну какой П-350? Блин. Ну тогда это надо сейчас вообще аккуратно играть. Так, я его уже вижу, у него юмп, у меня П-350. То есть ему, как по мне, легче играть. Так, он тут. Ой-ой, голову уже дал, как так? Блин, на нож? Ай-яй-яй-яй-яй. На нож не получилось. 87 хп у него осталось, ребяточки. Блин. Шиза. Йенто, шиза. Так, ну какой можно пистолет скинуть? Может, Так-9, ребята, или П-350? Да, давайте П-350 лучше скинем ему. Пусть тоже поиграет с П-350. Ой, как скинуть? Вот, все. Нормально. Нормально. В следующем раунде можно какой-нибудь Так-9 ему скинуть. Или Дигл, может. Ну, я думаю, Так-9, а потом М110 уже какой-нибудь можно кидать, вот. Накрыла шиза. Накрыла шиза меня. Вот, либо же окрыть нас. Так, он мне скинул 5-7. Ну, значит, ему Так-9 потом скинул, чтобы честно было тоже. Кстати, прикольно, у него тоже скинчик. Ну, вообще, верю, мажорик. Ой, что за хаешка? Ну, что это за хаешка? Так, он тут. Ай, как так он мне? Вон там прописал, блин. Ну, ребят, как так? 4-5, что-то нифига себе. Велик камбэкает, походу. Так. Так-9, ребят, Так-9 ему дропнем, как я и обещал. В принципе, давайте посмотрим вообще, какие оружия есть тут в арсенале. Ну, не, давайте все-таки Так-9, а потом какой-нибудь М110, ребят, так, как скинуть. Вот, все, нормально. Сейчас у него просто only пистолетки будут. Так, 4-5, но мне кажется, раундов больше ему не надо отдавать. Вот, мне кажется, больше не надо раундов отдавать. Что он мне скинет, ребят? Давайте подумаем. Ну, мне кажется, какой-нибудь P90, он же мне P90 еще не скидывал. Так, что это? А, Дигл. Кстати, ну, Дигл, в принципе, нормально. Кто там шуршит? Я шоколадку открываю! Не ори на меня! Может что-то и залететь с него. То есть, какую-нибудь плюху я могу ему поставить с Дигла. Вот, ой, я его уже вижу. Что за хаешка? 84 хп осталось. Но это, в принципе, нормально. Так, где он будет? Ой, еще и флешка. Ой-ой-ой, зажим Зигла, ребят, нифига. Зажал Зигла и забрал Вельку в голову. Ну, конечно, вообще сейчас у меня полетело жестко. Восемьдесят семь дамага. Да ты ч. Ладно, давайте ему скинем... М110, такое оружие необычное, наверное. Или что можно? Пулемет можно, кстати, еще скинуть, ребят. Надо подумать. Что-то... Не знаю, ну давайте М110, да. М110 ему скинем. Вот. Что? Так, что он мне скинет, ребят? Будет, конечно, прикол, если он мне тоже М110 скинет. То есть вот так потягаемся. А, нифига, ребят. М110 тоже мне скинул. Так, кстати, у него получше скинчик, чем у меня. Так, и где он будет? Откуда он выйдет, интересно. Но с М110 такое, знаете, оружие специфичное. То есть с него надо учиться играть, вот. Не знаю, как я с него буду играть, залетит у меня или нет. Так, ой, что? Нифига себе, ему плюху прописал просто с одного патрона, прям в голову. Ну, у меня полетело, конечно, жестко сейчас. Да за что ты так мне больно дал? Ну, ёкарный ты, блин, вообще. Не, ну понятно, чел, все.
Сенс. Что можно ему дать? Какой дроп? По 90, может, ребят, что думаете? Давай, да, давайте по 90 дадим. По 90 мы ему еще не кидали, вот. По 90 самурай сатрековский, кстати, ребят. Ничего себе. У! Обосрался? Так, что он мне может скинуть? М4, ребят, я думаю. Или же авик. Смотрите, М4 или авик. Чё мне скинули? Петуха. Кукарику, кукарику, петухи запели, кукарику, кукарику, утро в самом деле. Ну, мне кажется, на пулемет у него нет денег, вот. Или пулемет, то есть авик и пулемет вроде одинаково стоят. Так, авик, кстати, смотрите, какой царский авик. Еще есть почмак тут, нифига себе. Авик ТХ. Как вам такой авик, ребят, напишите в комментарии, кстати. Так, ну мне нравится, может такой же купить, ребят, что думаете? Что думаете, может накопить денежек и купить такой же авик? Так, я вас слышал, на темке. Найс. А я вообще никакого урона не нанес. Ядрить, колотить. Ёкарный бабай. Ёпсель-мопсель. Ёкалэмэне. Ёпарэсэте. Ёшкин кот. О! Запасы за игру. Спасы за игру! Отлично, ребят. 4-8, что-то, в принципе, хорошая дуэлька получилась. Напишите в комментариях вообще, типа, нравятся ли вам такие ролики, и записывать еще подобные, только с другими стримерами, то есть в обмен скинами играть, или же простые дуэлики, ребят, что думаете? Ну и, ребят, на этом ролик, к сожалению, подошел к концу. Если он вам понравился, напишите свой креативный комментарий, поставьте лайк и, конечно же, подпишитесь на канал. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Огромное спасибо каждому, кто досмотрел до конца, кто включил вообще просмотр. И всем удачи!